7 сентября 2020 года впервые отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Памятная дата утверждена Генассамблеей ООН 19 декабря 2019 года. Основная цель праздника – привлечение внимания к проблеме загрязнения воздуха и выброса вредных веществ в атмосферу. Жители Северского района выразили свое мнение о создании такого дня. Я очень рад, что такие праздники начали проводить. Этому уделяется очень большое внимание. Это очень круто и очень классно. Я невероятно рада тому, что у нас проводятся такие праздники, то, что на это вообще обращают внимание. Это невероятно важно. Потому что мир, земля — это наш дом, и мы должны содержать свой дом в чистоте в первую очередь. Но начинать-то нужно с каждого, с себя, делать какие-то эко-шаги, хоть и небольшие. Также жители района дали оценку качества воздуха муниципалитета. Меня устраивает ситуация с воздухом в Северской, но есть определенные проблемы. Это НПЗ с одной стороны и с другой стороны. У нас уже были такие выбросы с НПЗ, когда был очень неприятный запах в Северской, и хотелось бы устранить такие проблемы. В данный момент меня устраивает обстановка на 5 с плюсом и в крае, полностью в районе. Нормы не соблюдаются в любом случае, но на атмосферу это в любом случае влияет. Ситуация в Северском районе меня вполне удовлетворяет, потому что у нас чистый воздух, у нас здесь горы, реки, неподалеку озера, все очень чисто, приятно. Врачи утверждают, что причиной многих серьезных заболеваний является загрязнение атмосферы. Именно поэтому необходимо беречь окружающую среду. От этого зависит здоровье и благополучие наших близких.